За минулу добу в Україні зафіксовано 990 нових інфікованих. На Донеччині жодного. Проте цієї суботи у Маріуполі виявили коронавірус у двох містянок. Тож варто продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Відзвітували про підсумки боротьби з пандемією і в Маріуполі. Мариуполь сегодня находится в зеленой зоне, и мы на сегодня можем смело говорить, что с 1 сентября в рамках тех ограничений, которые существуют сегодня в Украине, наши школы откроются и полноценно заработают, не дистанционно. Но для этого нам на сегодня важно сохранить эту статистику, которая сегодня есть. Важно, чтобы мы ответственно подходили сегодня к себе лично, не забывали о личной гигиене, не забывали о том, что сегодня коронавирус никуда не делся, есть определенные риски инфицироваться этим заболеванием.